15 старшаклассников из Гомеля и Мазыра на один день перетворились у студентов. Сегодня они побывали на факультете замежных мов ГДУ имени Франциска Скорины и поравнали школьное житё со студентским. Дякуючи чаму такая экскурсия стала магчымай и ці сподобалась яна юнакам, доведалася Марина Джале. Герман Барыш до сегодняшнего дня ни разу не бывал в университете. Тут ему цікаво все, как проходят лекции и практичные занятки, какие махчимости и перспективы открываются перед студентами и выпускниками. Недавно Герман удельничал у конкурсе эссе, который для школьников проводил факультет замежных мов. У вынику стал одним из переможцев. Это дозволило ему и еще 14 юнакам и девчатам на день опынуться у аудиториях университета и подумать об тем, какую профессию брать после закончения школы. Почему я выбрал иностранные языки? А иностранные языки пригодятся везде, это как в сфере бизнеса, как и в науке, и так и в других сферах жизни. Даже, например, в том же самом общении с любым иностранцем. Когда ты знаешь иностранный язык, ты чувствуешь себя немножко по-другому. Мне это очень нравится, хотел бы связать свою жизнь с иностранными языками. Проект ВНУ вачыма абитуриентов проходит у другий раз. У такой незвычайной форме, стверджают в университете, больше эффективно проводить профориентационную работу. Школьники открывают абсолютно новое, незнаемое для их життё, студентское. Ходят на лекции, гутарят с выкладчиками. Экскурсии пройдут так само на зимовых и весенних каникулах. Предоставляем возможность школьникам не только встретиться с нашими студентами и пообщаться, но принять непосредственное участие в учебном процессе. Они будут посещать занятия по английскому языку, по немецкому языку. Они будут принимать непосредственное участие в учебном процессе. Также они получат возможность познакомиться с факультетом поближе, с преподавателями, с заведующими кафедрами, узнать всю специфику. Я считаю, что лучше один раз увидеть и принять участие, нежели 100 раз услышать из уст коллег, друзей, знакомых. Зараз на факультете замежных мов, якому сёлета исполнилось 20 годов, навучаются больше 700 студентов. Яны мають магчимасць вывучаць не только английскую, немецкую, французскую мовы, але и испанскую, итальянскую и китайскую. Рене Джала, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель».